Всем доброе утро. Я уже на пути в Сочи. На самом деле поездка была под большим вопросом. В нынешние времена очень сложно заниматься нашим любимым делом. Но тем не менее, техничка собрана. Друзья из компании GT Oil поддержали меня топливной картой. Также нагрузили маслом для моего корча. Дальше небольшая поддержка. В наше время очень ценно. Поэтому финалу быть. Заправляю полный бак. Сейчас главная задача добраться до Краснодара. У Фетисовых стоит моя Эльтеза. Цепануть ее и уже либо переночевать в Краснодаре, либо уже можешь сразу прямым ходом доехать до Адлера. Так что буду держать вас в курсе. Окей, добрался до ребят. Альтезу хотели чуть-чуть ее приехали, ну их называется. Прием дальше. Спасибо за то, что приютил. Зачем нам нужен Инстаграм, когда у нас есть 300 грамм с кайфом?